А ночная покатушка у нас до рамп. Единственных рамп, которые остались в этом городе. Ну, точнее, в южной части этого города. А еще карантин. Не дрейфь. Вот мы подъезжаем к рампам, которые... Эй, похер, короче, к рампам подъезжаем. И сейчас 11 часов, 12 час, а тут есть свет. Обычно здесь вообще света нет, и никого не впускают. А тут даже самокатеры катаются. Вот это прикольчик. Раз свет горит, значит вход должен быть открыт. Чувак, вход? Открыт. Нормально, ништяк, вот это поворот. А, ну да, открытие же состояло. Мое первое покатание на рампах в этом году. Это, конечно, что это? Это памплимент. Рядышком, сбоку. Давай еще раз, это было офигенно. Еще? Да. Все-таки мне кажется, что она скоро развалится. Если что, Андрюха на полусломанной раме ездит. Херня все. У него сломана пятка. Это херня все. Ну что? Тогда держи. Будет скользко, но кататься возможно. Если не скользить. Даже подушечки есть, если ты будешь падать. О! Ручка. Камера, ты пережила пи***ть. Operation for dislocation. В общем, вот этот дневник роллера получился очень короткий, вечерний, ночной. Продуктивный для меня. Вот. Я наконец-таки начал съезжать с рампы. С вот этой вот. С маленькой, конечно, но я начал съезжать все-таки. А я просто испытал новое ощущение, покатавшись в рампе на... Сломанные рамы. На трешках. На сломанных трешках. На сломанных трешках. Утка! В общем, вот такой короткий ролик. Всем пока. Всем пока. Нет, не пока. Всех пока.